Добрый день. Ну или точно доброе утро. На майорах, на майорах. Поиграть бы на майорах. Но у меня, блин, мои майоры. Там 10-минутный поиск. Я за туреху на подполковниках пытался искать игру. Полчаса. Реально, полчаса, ё-моё. Хотя там написано 10 минут, но на деле искал полчаса и не нашел. Никто не играет сейчас. Может быть, чуть позже найду игру. Но на майорах, подполковниках игру, к сожалению, не найти. Поэтому приходится играть на капитанах. Союзник сбежал. Что-то у всех сегодня соединение плохое. Всех выбивает. Ну да ладно, меня это особо не должно парить. Что там у нашего безбашенного? Ну, в принципе, нормальный билд, только я не знаю, зачем он это поставил. И с его щитами ему реген здоровья нафиг не сдался. Да и воля ему не сдалась. А в остальном билд нормальный. Ну, вполне себе приличный. Мана реген, только не знаю, тоже ему не особо нужен. Ему простые вот такие тапки и все. Владыки этого с запасом хватает. Ну ладно, это его задумка. Против него ведьма. Ведьма, ну, с относительно неплохим билдом, только без дракона. В принципе, нормальный такой противник для нашего владыки. На топе будет стоять маска без топоров. Лесная маска, по всей видимости. Но приходится на линии стоять. Наверное, справится, а может и нет. А лесным маскам иногда тяжело стоять на линии. Но тем, кто привык через лес играть, а потом бац и линия. Они не знают, что делать. Такое бывает. Довольно часто, между прочим. От меня не убежат. Оп. Музычка. Музычка, включись. О, отлично. Заиграла что-то. Да, сейчас начнется спам кроликами. Ну, без этого никак. Оп. Погнали. Надо пак тот забрать. Это выучим. А, ясно. Он нага ходит в нашем лесу. Ну, может и не нага, а, например, маг. Тоже возможно. Так, ладно, возьмем за медло. Оп. Что ты делаешь? Нужна печенька. Да, ладно, бывает. В принципе, у меня фармы пока что побольше. Вроде как. Хотя он ластхитил лучше меня. А, понятно, у него больше фармы. Я ошибся. Он меня сейчас сделает. Печально.
Хотя, может быть, я ошибаюсь. Наверное, не все так печально. Там что-то баран наш осуждает ВДВ. Но первую кровь наш ВДВ совершает. Молодец. Молодец. Это похвально. Выдавил первую кровь. Хотя его там толпа окружила. Молодец. Да ё-моё, за мной хвост теперь. Ах ты чёрт твой, тебя побрал нага. Какая же он заноза всё-таки. Может, мы его сможем на родной земле? Наверное, нет. О, маска пришла. Фу, хотел избежать стана, но все равно попал под него. Маска подставилась, а не живет, справится. Нормально. Эх, молодцы ребята. Ногу убили, ВДВ с маской выжили. Реально хороший замес получился. Ох, что-то они задумали. Странная, блин, это. Она, наверное, силовая. Рассчитывает шотнуть меня. С ним что не так? Чем он слить хочет нам игру. В чем дело? Не все так печально. Понятно. Он просто не умеет фармить. Ему 4 ген здоровья. Зачем? Всегда не понимал этих ребят. И, похоже, не пойму. Ну да. Почему он осуждает нашего ВДВ? Блин, он свой билд хотя бы видел. Как меня такие раздражают. Этот ВДВ хороший. Ничего против него не имею. Он делает, блин, в одиночку то, чего бы... С чем бы многие не справились, так скажу. На своем опыте. В одиночку справляется, ё-моё. Да, не нравится Левай, пусть ливнет, ё-моё, мы втроем справимся. Если получится. Ой, блин. Ракеты, ракеты. Еще ракеты. Много ракет. Ладно, погнали на базу. Да. Ну, 6000, кстати. Фармить он более-менее вроде умеет. Или это у него от ассистов. Мастерство поля.
Блин, тяжело ему. А что эта краска делает там? Зачем она сместилась? Блин, а я ведь и не могу там особо развернуться с той перспективы. Маска должна вышить. Он же не дурак. А, у них подрывница, забыл об этом. Ну ладно, пофармим пока что. Как он так сильно проседает от их ведьмы? Давай, до свидания. Я не хочу сдаваться. Не вижу смысла. Да, блин. Проблема. Проседаю сильно. О, маска, молодец. Реально молодец. Фу, блин. Как он умудряется попадать своими скиллами? Это ульта дурацкая. У краски. Ясно. Он дурак, ё-моё, на этой краске. А-а-а! Спасла меня ульта. Плохо. Дела идут плохо. Не знаю, как он не справился с их ведьмой. Наверное, из-за того, что учит какую-то фигню. Зачем ему реген здоровья? Реально лишнее. Для владыки вообще бесполезнейший талант. Что он делает? Он же хочет нафидить. Нафидить хочет. Определенно. Ну, погнали. Фарм, блин, свои паки. Где твой дамаг? Вот любопытно, блин. Да, мечтай. Ай, что делать? Похоже, сдачу нажимать. Мы с такими не выиграем. Слишком грустно вышло. Ведь были надежды. Но он зачем-то аглится на ВДВ. При этом сам ничего не показывает. Короче, погнали отсюда. Я уже устал. Устал в это играть. Всего две катки за сегодня, и вторая просто выводит из себя.
Как же он все-таки бараш. Кормящий бараш. Ой, блин, как можно так на владыке играть? Это же владыка. Как он капитана апнул, если он так играет, ё-моё. Его ведь все хейтят, блин, все подряд. Как так можно? Блин, а почему мы не сдаемся? Надо сдаться. Иди в жопу. Пришел сюда. Реально непонятно, что он пишет. Поехавший. Блин, не танчу. Надо было ап выучить. Он же сам кормит. Зачем он это пишет? Тупо у него не стакаются щиты. Потому что он их теряет, подставляясь под скиллы, под касты. Ой, печально. Не, мы это не выиграем. К сожалению. Что там по урону? 102, 3. Супер. Зато какой у них. Вы это видели? Да, нажмите за. Я не хочу играть. Наигрался. Безбашенный баран, это ник про него прям. Серьезно. Это он. Реально безбашенный какой-то. Ну, если фармить, может быть, влить еще что-то покажем. Если мне не будет мешать эта сволочь. А мне мешают. Блин, она пол хп сносит. Что ты за герой такой? Грустно. Какая же он сволочь. За что таких кидает? Блин. Реально сволочь. Маск тыкает, что ли? Тоже не знает, чем заняться. Да блин. Как он надоел своими ракетами.
На кой черт такое ввели в конец игры? Зачем? Полную туфту. Ну как-то так, понимаете. Да. Ну хоть воли не учит. Ну реген хп, зачем учить его? Зачем? Что он, блин, получил от этого? Да уж.